І ще одна тема з огляду соцмереж, її ми вирішили подати окремо. Про високі стосунки в музичному світі написав на своїй сторінці у Фейсбук український піаніст Павло Гінтов. Він зараз живе у Нью-Йорку, є солістом Tokyo Royal Chamber Orchestra. Днями у нього відбулася розмова із музикантами російського симфонічного оркестру Маріїнського театру. Ті побажали Павлові або померти, або повернутися, цитую, Хохляндію. Подробиці розкаже сам Павло. Він на прямому скайп-зв'язку зі студією. Павле, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, коротко про цю історію. З чого вона почалася і чому вам побажали аж померти? Добрий день. Значить, у нас здесь в Нью-Йорку постоянно проходять протести. Не тільки в Нью-Йорку, а в інших містах Америки. Проти так називаних підписантів, да, тих артистів, музыкантов, которые подписали знаменитое письмо в поддержку агрессивной политики Путина и аннексии Крыма. Началось уже это еще с весны, да, сразу же после этого, как после появления этого письма. Сейчас очень активные были протесты не только в Нью-Йорке, во многих городах, и они продолжаются, будут еще до середины февраля проходить. Дело в том, что в Америке сейчас на гастролях находится Валерий Гергиев, один из основных наших героев-подписантов, антигероев, а также Анна Нетребко, которая проспонсировала значит, Олега Царева, дав ему чек на 1 000 000 рублей и попозировав с флагом Новороссии. И также пианист Денис Мацуев играл здесь в среду. Вот каждый концерт, каждое выступление, каждая опера сопровождалась протестами. И один из этих протестов был около Карнеги-холла во вторник. И нам вот удалось увидеть музыкантов Мариинского театра. Мы всегда подчеркиваем, что мы не протестуем против никаких музыкантов, мы не протестуем против русской музыки совершенно, отнюдь. Я сам закончил Московскую консерваторию, я очень люблю моих коллег в России, особенно тех, которые сейчас остались людьми и сочувствуют нам и понимают, что вся эта война – это ужасно, и что политика Путина просто ведет к катастрофе, и прежде всего и Россию тоже. Но вот те музыканты, которые выходили и видели нас, мы стояли с флагами Украины, мы стояли с плакатами, где было написано такие вещи, как, например, «Маэстро, вы фальшивите», или «Руки прочь от Украины», или по-украински рассказывалось о том, что Гергиев подписал это письмо, да, в поддержку войны, и осуждаем, что мы осуждаем его позицию и считаем, что такие люди не должны быть приглашены в Нью-Йорк и в Америку и вообще никуда в цивилизованный мир играть. И, значит, эти музыканты увидели наши плакаты и, видимо, не знаю, им стало обидно или что-то еще, они стали отпускать очень неприятные реплики, которые я описал на своей странице, которые меня глубоко поразили, потому что я просто не представляю себе, как музыкант может быть настолько бессердечным и бездушным. Я даже сказал им, вы смеетесь, ребята, вы знаете, сколько людей гибнет? Люди каждый день гибнут. А в ответ раздались смешки и просто сказали, а в Африке тысячами люди каждый день гибнут, и чё? И я просто, я не мог в это прийти себе. Я сказал, вы же музыканты, как вы можете так себя вести? А давайте ще зараз подивимося відео, як активіст Роман Торговицький провів одиночну акцію протесту. Він вийшов на сцену Метрополітен Опера якраз з протестним плакатом проти агресії Путіна. Коротко, давайте подивимось. Якраз ми там бачили і Анну Нетребко, і Валерія Гергієва. Да. Павле, розкажіть про долю Романа Торговицького. Наскільки я розумію, його заарештували? Его арестовали, пока мы не знаем, мы ждем новостей. Он был всю ночь провел в полицейском участке, и в 8 утра его должны были отвезти в суд, где должны были проводить, значит, такое слушание по делу о нарушении правопорядка. Пока мы ждем, мы знаем, что к нему ночью приехал адвокат,
И вот других новостей пока у меня на этот счет нет. Я надеюсь, что его быстро отпустят. Хочу просто напомнить, что это уже не первый раз, когда Роман совершил подобную акцию. Весной он вышел в зале Сандерс Холла в Бостоне, в Гарвардском университете, когда был концерт виртуозов Москвы Владимира Спивакова, и произнес речь, изобличающую, так сказать, аморальную позицию подписантов. Его тогда тоже арестовали, и пока что ему запрещен вход на территорию Гарварда, хотя сам он является гарвардским выпускником. Дякую вам дуже і за вашу позицію, і за підтримку, і тримайтеся там разом із нами, разом із Україною. Нагадаю, що це був український піаніст Павло Гінтов, який зараз живе у Нью-Йорку. Ми говорили про ситуацію і про події, які там відбувалися.